возрастной коньяк ни в коем случае не нужно использовать в коктейлях. Почему? Потому что если напиток абсолютно самодостаточный, то его ни в коем случае не нужно разбавлять. Если же мы говорим о приготовлении высококачественных коктейлей, именно богатых коктейлей, то я еще раз повторюсь сегодняшнюю презентацию, но, наверное, качественный коктейль никогда не делается на плохой алкогольной основе. Поэтому, если вы хотите получить вкусный коктейль, вам нужно использовать хороший, благородный алкоголь. Делать на непонятном происхождении ни в коем случае не дает плюсов, не дает плюсов напитку. Если мы говорим о смешивании, то смешивать можно, экспериментировать многое. Классические коктейли, там, такие как Sidecar, как Крестный отец, они до сих пор имеют место, всегда будут иметь место. А если разбавление в вариантах лонг-дринков, то это и содовое, и тоник, имбирный лимонад, все что угодно. Он универсальный. Качественный алкоголь можно разбавлять практически чем угодно. Ну, исключение, наверное, томатным соком.